У тружеников Кашхабского района остались позади напряженные дни уборочной, долгожданный урожай в закромах. Каких результатов район добился по итогам нынешней уборочной кампании? Дать оценку полученному урожаю мы попросили начальника управления сельского хозяйства района Заура Самогова. В районе полностью завершили уборку урожая 2020 года. Всего, значит, было убрано более 19 тысяч гектаров, точнее 19 180 гектаров озимых колосовых культур и также озимого рапса, включая туда, значит, в том числе 2400 гектаров озимого ячменя было убрано, 14 700 гектаров озимой пшеницы было убрано, также было убрано 40 гектаров гороха в этом году, 500 гектаров овса ярового и 350 гектаров ярового ячменя. Хочу отметить, что все фермерские хозяйства подошли к подготовке к уборке урожая со 100% готовностью. Вся уборочная техника, которая имеется у нас в районе, была подготовлена 100%. Это более 90 единиц уборочной техники. В связи с сложившимися погодными условиями, это к началу уборку, можно сказать, что подошли практически все культуры одновременно к уборке урожая. И, конечно, ощущалось у нас недостаток уборочной техники в этом году. Но, значит, с приглашением с других регионов уборочной техники полностью в сроки убрали, значит, урожай. Средняя урожайность озимых колосовых культур составила 50 центнеров с гектаров, 51 центнер с гектара. Это, значит, чуть больше 52 центнера урожайность показала озимая пшеница, около 49 центнеров урожайность показалась озимый ячмень. Также в этом году неплохо, лучше, чем в те годы показались, значит, урожайности, это озимый рапс. У нас в этом году было убрано на площади 1900 гектаров, это 20 центнеров урожайность показала. Значит, также овес, если в прошлом году эта культура показала чуть меньше 20 центнеров, то в этом году она показала 30, более 30 центнеров. И хочу отметить яровой ячмень. Средняя урожайность показала более 40 центнеров с гектаров. Валовый сбор, значит, составила 91 тысячи тонн. Если сравнить с прошлым годом, значит, у нас валовый сбор, что в прошлом году, что в этом году, у нас практически одинаково. Если у нас в этом году 91 300 тонн, то в прошлом году у нас было 91 160 тонн. То есть разницы нету. Единственное, по урожайности в этом году у нас чуть больше получилось. Хочу отметить, значит, крестьянско-фермерское хозяйство, которое в этом году показали хорошие урожаи. Это Кушнаренко Алексей Тимофеевич, Натрыбовское сельское поселение. 67 центнеров урожайность показал. Он наивысший урожайность, значит, в Кашкабльском районе и по республике Адыгея. Он в лидирующих позициях на сегодняшний день. Также хочу отметить Брантова Дамира. Тоже больше 65 центнеров показал урожайность. Дмитриевское сельское поселение. Также хочу отметить Зехова Зураба Хазарбиевича. Игнатьевское сельское поселение. 55 центнеров урожайность. Среднее у него получилось. Ахтинчуков Николай Николаевич. Тоже 55 центнеров урожайность. И многие-многие другие. Все сельские поселения в этом году отработали, значит, со 100% отдачей. Среди комбайнеров хочу отметить Мишхожева Валерия, Натрыбовское сельское поселение. Абрамова Алексея, Инальское сельское поселение. Хочу отметить, значит, Крачевский Сергей. Ну и многих-многих других комбайнеров, которые активно в этом году принимали участие в уборке урожая. На сегодняшний день, значит, фермеры уже готовятся к севу озимых колосовых культур, к закладке, значит, сева закладки озимых колосовых культур. На сегодняшний день идет, значит, подготовка почвы, это пахота, дискование, подготовка семенного материала. Фермеры завозят, значит, минеральное удобрение на сев. Идет подготовка севу озимых культур.